Приветствую, на связи Фред Майнер. В сегодняшнем видео расскажу о грядущих новых новостях, обновлениях проекта Panda Girl. Также по просьбам подписчиков наглядно покажу, как купить токен Panda Girl на бирже PancakeSwap. Итак, начинаем. 3 дня назад прошел прямой эфир с разработчиками, где они в Telegram рассказывали обо всех грядущих планах на будущее. Также рассказали, когда начнется запуск продаж NFT и в последующем стейкинг и сжигание. Напомню, что проекту всего 70 дней, а разработчики уже сделали огромные успехи. Через несколько дней буквально должна выйти белая книга, документация. Все NFT в первом сезоне в количестве 10 штук мы с вами увидим до конца января. Также будет объявлен и художник этих NFT. Я напомню, что рисует эти все картины живой человек. По некоторой информации, очень даже известный художник. Дальше, после выпуска всех NFT, запустится децентрализованное приложение для стейкинга под определенный процент. Будет несколько анимированных редких NFT, соответственно, очень дорогих, и процент прибыли от них будет очень высоким. Первый сезон NFT посвящен путешествию во времени, дальше будут еще в последующем другие сезоны. Часть средств, полученных от продаж NFT, будет использована для стейкинга в пул, я так понимаю, а часть для покупки токенов на рынке для сжигания. Состоится второе сжигание, также онлайн, где мы все в режиме реального времени сможем за этим всем наблюдать. По утверждениям разработчиков, в следующем сжигании будет уничтожено намного больше токенов, чем в прошлый раз. Далее мы увидим обновленный веб-сайт, рекламу на ведущих платформах, рекламных каналах, также листинги на биржах. Напомню, что сейчас Panda Girl можно купить лишь на PancakeSwap, на одной бирже всего лишь торгуется. Напомню, что проекту чуть больше 2 месяцев, и у него уже более 18 тысяч холдеров. Это очень хороший показатель. Также 9,5 тысяч подписчиков на канале в Telegram. Также ссылку оставлю в описании, в Telegram-чат Panda Girl. Также более 5000 подписчиков у них уже насчитывается в Твиттере. Этот проект занимается благотворительностью для животных. Напомню, что еще есть животные, панды. Мы все с вами знаем, что они на грани вымирания. Проект Panda Girl как раз хочет помочь и часть денег от продаж направить в поддержку этих животных. И также выйти тем самым на азиатский рынок. Прекрасно понимаем маркетинговый ход. Проект начинает финансировать защиту этих животных, и одновременно об этом узнают многие живущие люди в Азии. И, конечно же, это поспособствует большому росту комьюнити, увеличится приток холдеров монеты. Проект получит известность не только в Европе, в Штатах, России, но и в Азии. Сейчас продемонстрирую вам будущую коллекцию NFT, как они выглядят, а также покажу подробно, как купить токены Panda Girl на бирже PancakeSwap. Все NFT-шки можем посмотреть у них в Twitter-аккаунте Panda Girl. Вот как выглядит первая NFT-шка. Такая красивая дама тут расположена, охотница. Далее также можем увидеть и вторую NFT-шку. Вот как выглядит вторая. Это наброски сперва делают, а затем уже рисуют. И вот что получается. Вот это вторая. Далее вот набросок уже на третью NFT-шку
в стиле средневековья сделанная. Далее вот четвертая NFT-шка уже. Также оформлена красочно, это как в виде пирата своеобразная NFT. Вот, как раз таки вот уже нарисованный в стиле, в старинном стиле NFT. Далее вот наброски уже на следующую. Следующие вот тоже видим наброски. А вот это уже как бы один из редких, сейчас приведем, принцесса Нефертити, один из легендарных анимированных NFT. Это девочка Памфли живет во времена, когда Египтом правили фараоны. Вот такие NFT-шки, пару NFT-шек таких редких будут. И там, кто овладеет этими NFT-шками, у него будет очень хороший профит в последующем. Далее вот видим уже, что следующая NFT-шка готова. Также красиво оформлена. Панда. Панда салон. Тут написано. Ковбойская тематика, так сказать. Девушка ковбой из времени Дикого Запада. Далее вот у них также 19 часов назад опубликована новость о том, что мы одни из немногих проектов, которым удалось попасть в Ledger Live. Некоторые из крупнейших монет еще не представлены в Ledger, а вот уже Panda Girl непосредственно представлена в такой крупной компании, которая занимается аппаратными кошельками в Ledger. То есть это очень такие позитивные новости, я вам скажу. Безусловно, это радует. Так, сейчас наглядно вам продемонстрирую, как нужно купить токены Panda Girl непосредственно в MetaMask в кошельке. Для этого заходим в свой MetaMask кошелек. Обязательно ставим в сеть Binance Smart Chain BEP20. Заводим сюда BNB на определенную сумму, насколько вы хотите прикупить. И в браузере заходим в PancakeSwap, непосредственно в биржу. Коннектим свой кошелек, выбираем MetaMask. Все, законнектились. Далее нажимаем на вкладочку Trade, Exchange. И видим то, что у нас сразу высветились количество BNB на нашем кошельке. Также здесь выбираем нашу с вами монетку Panda Girl. Вот выбрали. И сейчас продемонстрирую. Как можно это все дело прикупить. Так, допустим, набрал все. Нажимаю кнопочку Swap. Обязательно, кстати, обязательно в комиссии указывайте 14% проскальзывания. Нажимаете на настройки и здесь пишите 14% для проскальзывания, для того, чтобы прошла транзакция. Я всегда ставлю 14 и нажимаю на Swap. Confirm Swap. Далее подтверждаем. Транзакция отправлена. Ожидание подтверждения. Сейчас все пройдет. И наши с вами. Все, транзакция подтверждена. Наши с вами токены сейчас уже в кошельке. Нажимаем на кошелек. И все, видим то, что количество. В количестве вот каких-то токенов у нас уже находится непосредственно в кошельке MetaMask. На сегодняшний день монетка Panda Girl торгуется на отметке 21 пункт с 10 нолями. На графике видим то, что откатилась вниз от своих хаев и сейчас находится в зоне накопления. Проект развивается очень стремительно. Перспективы огромные.
разработчики пилят все шустро, то есть за какие-то там 2 месяца они проделали очень такую колоссальную работу. Я думаю, за 2-3 месяца пару нулей точно закроем, а может и больше. Сейчас у вас есть отличный шанс прикупить на старте монетку за копейки. Всю актуальную информацию также можете узнать, подписавшись на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Также я там выкладываю все актуальные дропы, приложения, с помощью которых можно будет бесплатно добывать монетки и залетать на самом старте на новые проекты перспективные. Надеюсь, видео было полезным. С вами был Фред Майнер. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока.